Более 400 человек приняли участие в полумарафоне. В день физкультурника в Якутске состоялись забеги на 10 и 21 километр. В них приняли участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Отдельная дистанция 1 километр была для детей от 7 до 12 лет. Лучший результат показал Максимилиан Сангаджиев, пробежав дистанцию за 3 минуты 27 секунд. Как отмечают организаторы, главное в полумарафоне не победа. Кто-то из участников пришел, чтобы попробовать свои силы, кто-то, чтобы улучшить личные показатели, а для кого-то этот забег – преодоление себя. Мы этот старт готовим в рамках подготовки к более длинной дистанции, это непосредственно к марафону. Для того, чтобы там человек был готов к марафону, он должен пробежать там хоть какие-то там небольшие старты, для того, чтобы подготовить свой организм к более там высоким нагрузкам. Это любительский старт, да, и мы здесь, конечно, ничего не присуждаем. Каждый бежит там лично для себя, для своего времени, для своего удовольствия.